Black and white. Черный и белый. Посмотрим, что такое вообще. Где я? Так, я так понял, яблоки это смерть, да? Ага, понятно. О, я чую уровень сложный. А, ну ты чё? Где я? Ой, всё заново. А, здесь нету этих. Блин, тут нету сохранений. Да как? Тут, кстати, есть двойной прыжок. Да, есть. Сраные яблоки. Так, в смысле, там что, двойное надо делать? Там же обычное яблоко. Ладно. А, ну там потолок типа мешает нам из-за этого. Да ладно. Надеюсь, тут не будет 400 смертей, как в том уровне. Вроде он как попроще. Просто я туплю. Да, тут двойной нужен, оказывается. А тут так. Ага. О, вот это уже сложно. Да в смысле? Да как он задел это я? Ой, надо успокоиться, на что-то я кричать стал, тут дебил. Все, успокойся. Сраный уровень. Блин, сейчас если здесь будет 400 жизней слитых, то это кажется, что... Да нет, он легче же, видно даже. Чем... Просто я туплю. Да, он просто... Почему падаю на то сраное яблоко? Белое, черное яблоко. Оно же вообще изи. Как? Даже так можно умереть? Офигеть. Во! Тут двойной надо вроде бы. Да. Потому что потолок мешает в башке. О-о-о-о! О-о-о-о-о! Да, кнопку нажать, да. Ну все, это жопа. Слушайте, этот уровень без чекпоинтов вообще жесть. Вроде поначалу ты запомнишь легко, да? Но потом в какой-нибудь момент ты все равно зафейлишь и все заново. Вот им тут и сложность этого уровня. Чуть назад надо вернуться. Да как он заделал это сраное яблоко? Ладно, спокойно, спокойно. Все, я уже запомнил уровень. А, здесь... Не понял. Ч?
Чего? А! А! А, у меня был парашют. О, слушайте, все это тоже не пройду. Но там с парашютами вообще тяжело. Ну, попытаюсь, конечно. Что-то я чую, там вообще жесть. Да блин, сраное яблоко. Слушайте, тут будет больше, чем 400 смертей. Меня эти яблоки бесят уже. Да блин. Ладно, помолчу немножко. Может, лучше будет. Да что в смысле он стал как-то прыгать слишком высоко? Блин, уровень прикольно сделан, еще и музыка такая. Ну блин. Да что он стал стукаться башкой об то яблоко черное? Вообще черные яблоки бывают, нет? Черные белые яблоки. Ну это вообще тупая смерть была. Просто торопиться стало, скорее всего. Нет! Да как ты задел это сраное яблоко? Да, вот смотрите, когда уже ну большинство запомнил, ты начинаешь на тех местах ходить, на которых никогда, да вот что это, на которых никогда ну, в начале уровня не фейлил. Бывают такие моменты, бесит. И ты потом забываешь уже как проходить то место, которое, в принципе, ты вроде как запомнил. Да как? А, я, там же двойной прыжок. Почему-то там, кстати, иногда не двойной надо, а иногда одним прыжком он делает. Просто я траекторию не так беру, наверное. Буду двойной делать. Нафиг. Да как ты задел? Я же прыгнул. Слушайте, у меня этот уровень уже... Кажется, что он сложнее, чем даже... Хотя нет, тут с шипами вообще жесткий. Тут 7 минут всего потратил. А, нет, какие 7 минут? Я уже... А, кстати, он постоянно перезагружает. Здесь же нет чекпоинтов. Тут уже непонятно, я сколько потратил. Я потом посмотрю запись. Да, скорее всего, думаю, тоже уже потратил. Минимум. Да, блин, там забывает двойной. Ну, короче, дофига там уже потратил тоже. Минус 15 точно. Блин. Я хочу просто до зонтиков еще раз дойти. О, кстати, он сейчас парил или это лагало. Как, хотя он парить-то не умеет. Да блин, серьезно, одно сраное яблоко поганое, врежешься и все заново. Меня напрягает, что здесь нет чекпоинтов. Я думал, этот уровень все-таки... Ну, типа он, короче... Да, я забыл, извиняюсь, я иногда забываю, туплю, короче. Нет, этот уровень, блин, он... Он вроде как не сложный, но...
Вот такие вот моменты бесят. Когда ты сильно перепрыгнешь или не допрыгнешь. Вот тут в основном перепрыгивать на яблоки. Или забудешь, где как прыгать. Где двойной прыжок, где обычный. Да блин, как он вообще мог в то яблоко врезаться, если я... Ну, короче, с первого раза это вообще нереально пройти, я думаю. Вот до зеленой доходишь и начинается жопа. Не долетел. Есть, сейчас эти вонючие. Я не понял, как ими пользоваться. Надо прыгнуть. Надо, короче, прыгнуть и... Ладно, еще одна попытка. До зонтиков, если дойду. И если не получится, то, наверное, все. Мне уже надоел этот уровень. Да... Я сейчас до зонтиков не дойду. Блин, меня даже вроде с шипами уровень не так сильно бесил, как эти яблоки. Яблочный уровень. Смотрите, я до зеленой уже вообще на изи дохожу, а тут вот начинается тупость. Есть, я до зонтов дошел. Дайте мне сейф, пожалуйста. Я понял, тут, короче, надо прыгнуть, полететь на зонтиках налево, направо и потом налево. Фух, это вообще нереал. При этом все зонтики желательно взять. Ладно, рискуем. Есть! Есть! С первого раза! Куда синяя меня отправит? Не понял. Ой, что мне это даст? Тут сейчас надо подумать, как тут дойти до финиша. Кстати, а где тут финиш? Я уже не помню. Он вон там, справа. А как вверх бить? Слушайте. Как вверх-то бить? Я понял, но если сейчас вперед про... А, хотя, стойте. О, вот это фейл, слушайте. А, нет, все нормально. Ей, я прошел! Сколько смертей? Ну, здесь 200, наверное, скорее всего. 37 всего. 2 часа под... 2 минуты. За 2 минуты, ну, потратил-то я больше времени. Не, ну вот этот с яблоками прикольный уровень. Я в конце подумал, что вот этой вот, типа, варп-зоны не будет, чтобы меня переместило. Я думал, там сейчас придется через яблоки прыгать. Короче, сложно будет. Ну, уровень вот этот, кстати, прикольный.